Техника визуализации сильных качеств человека. С вами Лара Шум, и сегодня мы отправляемся в неведомый мир, мир новых возможностей, где невозможное возможно. Я осознаю, что во мне есть сильные и слабые стороны. Часто я по привычке фокусирую внимание на слабых, но это делать мне уже надоело. И я замечаю, что намного интереснее фокусироваться на сильных. Мои сильные стороны – это не есть лишь только какие-то конкретные качества. Все они вместе есть мой внутренний ресурс, который я могу рассредотачивать и направлять. Могу включать свое любящее сердце, когда мне не хватает любви. Поднимать чистые намерения, навыки общения, хобби. Все что угодно. Если мои таланты еще требуют усовершенствования, все равно они уже являются моими сильными сторонами и моим инструментом. Я знаю свои сильные стороны. Я ценю их. И когда я это делаю, они становятся все более могущественными. На чем сосредотачиваюсь, то и усиливается. Это закон силы мысли. Поэтому я предпочитаю видеть себя сильным и талантливым, успешным и радостным, счастливым и здоровым. Подумайте сейчас о вашей сильной стороне, способности, таланте, качестве. Сконцентрируйтесь. Представьте ее как некую световую сферу внутри вас. Визуализируйте, как эта сфера расширяется в вас, охватывает все новые и новые участки. Ощутите себя в свете вашей сильной стороны. Переключите внимание на другую точку, другое ваше сильное качество. Визуализируйте его другим цветом. И позвольте этому свету расширяться внутри вас. Потом следующий. Наблюдайте ваше многоцветие. Вашу красоту и яркость. Наполняйтесь. Ваши сильные стороны способны полностью трансформировать те, что вы называете слабыми. В свете нет слабых. Есть вы, сильная, яркая личность. Я удаляюсь, а вы продолжите работу
со своими сильными сторонами. До новых встреч.